time for a true display of skill. Подходит к своему завершению. Прямо сейчас мэшап от команды Tritonal. Трек, который склеен из их композиции, плюс BT Break My Fall. Еще раз напомню вам, друзья, что скачать запись сегодняшней программы, как и других, можно с сайта djfeel.net. Также полностью в Твиттере. Подписывайтесь на мой подкаст в iTunes. В общем, будьте в теме. Впереди еще 60 минут отличной музыки. Сильно не могу в этой жизни найти транс по душе мне всю жизнь. Олег Омск с 98 года. Олег, ну если ты нашел то, что тебе нравится, то сам себя уж точно найдешь, в этом я не сомневаюсь. Привет, Рекорд Фил, хочу очень девушку. Шексны 8-911-422-77-16. Надеюсь, поможет. Сейчас небольшая пауза, после которой я к вам возвращаюсь. Каждый вечер.
вечер. Правильная клубная музыка на Радио Рекорд. Это Рекорд Клаб. Рекорд Клаб. Диджей Фил. We'll be right back.
друзья, это Радио Рекорд, первая танцевальная России. Здесь продолжается трансмиссия. С вами Фил. Напомню, что мы находимся в ВКонтакте по адресу vk.com/record. Если кто не знает, что такое слэш, это вот такая наклонная палочка, которую нужно вводить после слова ком, чтобы оказаться в нашей группе. vk.com/record. Заглядываем!
here. Эти два артиста совсем скоро приезжают к нам в Россию. Армин ван Бюрен и Кристиан Бёрнс. Кристиан Бёрнс приезжает 20 июля в Петербург на фестиваль «Трансмиссия». Армин ван Бюрен приезжает 17 августа на день рождения «Радио Рекорд» в Москву. Rampage.
часа у нас здесь продолжается трансмиссия. С вами Фил, прямо сейчас Даррен Портер. Spellbound, так называется эта композиция. Еще раз всем огромное спасибо за то, что составляете мне компанию, хотя уже... Что греха таить, уже достаточно поздно. Кто-то из вас думает идти спать или идти. Ну, полчаса, друзья, еще полчаса отличный оплив трансмузыки, а потом можно смело спать. Я напомню, что если вы сейчас сидите в интернете, то добро пожаловать к нам в группу ВКонтакте vk.com/record. vk.com/record. Я там сижу, там сидят те люди, которым интересно программа трансмиссия, пообщаться, узнать точное название композиции. Все там vk.com/record. Ну и отдельное спасибо всем, кто продолжает присылать смс-сообщения на 106.3. Фил зажег, впрочем, как всегда, молодца, Серега из Ставрополя. Фил, привет, год назад на ДК Питере один брутальный байкер подвез меня от Благовещенского моста до гостиницы. Вот я снова в Петербурге, у нас в субботу свадьба. Сашуль, я тебя очень люблю, Настя, за ты. Вот эта история. Просто очень круто. Вам счастья, любви, ну и вообще всем, у кого есть тот человек, к которому можно прижаться, обнять, которого можно. Вы берегите его!